Дорогие друзья, я выбрал тему «Животный мир», а именно птицы. В 1886 году французский композитор Камил Сен-Санс написал сюиту «Карнавал животных». В этой сюите есть пьеса «Лебедь». Лебедь проживает всю жизнь за 2,5 минуты звучания оркестра. На эту музыку Михаил Фокин создал хореографическую зарисовку с драматургией целого балета и назвал «Умирающий лебедь». Хотя в финале музыкального произведения Сен-Санса не было трагического конца. «Умирающий лебедь» стал визитной карточкой балерины Анны Павловой. Она исполнила его около 4000 раз. Мы знаем эту хореографическую миниатюру в гениальном исполнении Майи Плисецкой. Итак, Камил Сен-Санс, «Лебедь». Спасибо.